Поставка продуктов питания, медицинского оборудования и обмен опытом в аграрной науке. В ходе рабочей встречи главы Свердловской и Омской областей обсудили перспективные направления сотрудничества в связи с новыми экономическими условиями. У нас с вами очень много общего, и сегодня наши промышленные предприятия работают активно в сфере металлургии, машиностроения, агропромышленного комплекса, нефти, химии. И здесь вот эту кооперацию, мне кажется, нужно более детально еще проработать. Соглашение о сотрудничестве Свердловская и Омская области заключили еще в апреле 2020 года. С этого момента между регионами начался интенсивный товарооборот в различных сферах. Налажены поставки деталей и комплектующих для производства спецтехники, мясных и молочных продуктов. Среди перспективных направлений – поставка медицинской техники и оборудования для комбикормовой промышленности, обмен опытом в аграрной науке, поставки кормов и семян. Уральские предприятия готовы к расширению взаимодействия с омскими партнерами. Экономическая ситуация способствует тому, чтобы мы все больше выстраивали наши кооперационные связи между нашими компаниями. Я не сомневаюсь, что сегодня на омских предприятиях мы можем сделать заказ для продукции для наших кооперационных связей, так же, как и мы предлагаем перечень наших возможностей для наших омских коллег.